Если я помогу, мы быстрее найдем. Точно. Кое-что есть. Это же пакет от Мэйси. Для кого это? Дорогие неудачники, вы думаете, что я стану прятать подарки под кроватью? Постскриптум, Чендлер, я знала, что они сломают тебя. Она хорошо нас знает. Мы их все равно найдем в этом году. Послушайте, а когда вы сказали, что пойдете искать к Джо, вы ведь не делаете этого каждый год, правда? Нет. Вы ведь не лазили в мой шкаф и не заглядывали под спортивную сумку, правда? Нет, нет. Никогда в жизни. Потому что Джо дал мне кое-какие вещи на хранение, и я никогда в жизни их не видел. Ладно, ничего не было. Я у Джо ничего не нашел. Мы их нашли. Они были в гостевой комнате в шкафу за бельем. И не волнуйся, потому что это мусор. Это были мои подарки. Я вам их купил. Спасибо, Чендлер. Они замечательные. А что это за железные буквы алфавита? Это начало и конец азбуки. Отличный подарок. Спасибо за это. Не забудьте положить все это на место, ладно? Хорошо. Кстати, хотела сказать, что это очень мило с твоей стороны хранить вещи Джо в шкафу, даже после его переезда. Смотрите, кого я нашла. Привет, ребята. У птиц очень хорошее чувство направления. Я подумала, что они могут помочь нам найти подарки. Да, если подарки спрятаны на юге зимой. Или будем следовать твоим умным шуткам. Есть идеи? Нет, я так и думала. Ребята, покажите, где лежат подарки. Похоже, утка решила, что Моника подарит мне мусор. Чтобы такое ценное подарить Монике. Может, мою азбуку? Здесь, кажется, пусто. Что? Это скамейка пола, и внутри я и не знала. Подарки! Нет, не смотри прямо на них! Что? Теперь можно смотреть. Это для меня. Это для Чендлера. Вот. Клёво. А это большой для меня. Давайте их откроем. Ладно. Подождите, этого нельзя делать. Почему? Я не хочу знать, что мне купила Моника, понимаете? Поймите, я уверен, что она долго искала нам подарки. Хотела сделать мне сюрприз, а вы хотите все разрушить. Давайте положим все на место. Рождество скоро наступит. Что бы ни было, я свой открою. Никто ничего не открывает, ясно? Послушайте, не знаю, как вы, а я хочу видеть глаза Моники, когда буду дарить ей подарок. Я уверен, что она захочет взглянуть на меня, когда я получу свой. Так что, пожалуйста, положим их обратно. Хорошо? А ты купишь нам другие подарки? Ладно. Привет, ребят. Вы нашли подарки? Чендлер, ты разрешил им искать их? Отлично. Ты хоть знаешь, сколько я искала тебе фильтр для воды? Ты мне это подаришь? Теперь я тебя поняла. Этот взгляд дорогого стоит.